Давайте попросим Всевышнего благословения на это место, чтобы все было хорошо, чтобы было устроено, бизнес был хорошо, была хорошая жизнь, успех был во всем. Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог великий, всемогущий, Ты Творец, Ты создаешь вещи, Ты творишь вещи, Господь мой, каждый день. Мы благодарны Тебе за это место, Господь мой, мы благодарны Тебе за Диму, благодарны Тебе за Андрея и его семью, Господь мой. Благослови ныне это место, великий Творец мой, пускай это кафе будет благословением для них, благословением для нас, благословением для этого города, великий Господь. Пускай, Господь мой, люди сюда приходят и наслаждаются, Господь мой, Твоим творением, великий мой Бог. Пускай благословение Твое изливается с этого места, великий мой Бог. Благослови их бизнес, Господь мой, благослови их рабочих, Господи. Я прошу Тебя, Творец мой, благослови все, от начала до конца, Господь мой, пусть Твой успех будет всегда и во всем. И все это мы просим во имя Иешуа Мессии. Да будешь Ты прославлен и благословен. Аминь. Я знаю, один очень много хороших, тяжелых ситуаций мы были. И я видел его успех всегда. Благословение, которое мы выполняли, было благословение всегда. Одно вижу в Иисусе сейчас. Не ожидал, что такая красота, что такой правильный дизайн. Но увидел сам лично и подтверждает, Владыка, тот, который благословил тебя и твою семью, и кто участвовал в этом, да будет благословен. Значит, многие с Орегона, хочу сказать, все знают, что такое чашечка. Но есть одна интересная идея. Орегон. Вот да, чашечка здесь написана. Кто будет приезжать, какого штата будет приезжать? Где будешь в гостях? Пожалуйста. Привозите свои чашки в Висконсин, Иллинойс, Миннесота, там и другие. Привозите их сюда. Мы сделаем полочку, и все будут видеть, что чашки, которые со всех штатов приезжают в это кафе. Хорошая идея. Это тебе. Поставь первые типсы, которые... И чтобы они такие типсы были всегда здесь. Переживали все, участвовали. Как-то более-менее, нет, но все поддерживали. Тыч! Да? Олега, спасибо Олегу, Олежа. Олегу ты нас посещал постоянно. Проверял. Да, Юра Бартанов. Помогал. Большое спасибо. Витя приезжал, даже спортом помогал. Сережка вообще, Серик тут. С препаратором долбил. Короче, все поучаствовали. Да. Всем спасибо. А я тоже тут. Дон Павло, спасибо, что посетил нас сегодня. В Королевском Южной Каролине штате. Спасибо. Смотри, он оделся в таком пиджаке. По-королевски. Прям как красная земля и светлячки. И смотрите, у него костюм прям под Южную Каролину, под Инман. Так что общайтесь, кушайте. У вас сердечно благодарим. Всем приятного аппетита. Хочу сказать, что здесь очень красиво, очень уютно. Просто дать комплимент. И все, кто работал над дизайном этого кафе, очень и очень красиво. И благословляем, чтобы здесь не только деньги и кофе были, но чтобы здесь было единство, дружба. И здесь зарождались классные проекты, чтобы этот город был вообще сильный для Бога. Амен? Сегодня 16 октября 2020 год. Город Инман, Саус Каролайна. Я нахожусь в даунтауне Инмана. Нас сегодня сюда пригласил Дмитрий Иванович и Андрей. Они вдвоем сегодня открывают вот это вот кафе. Сделано все шикарно, современно. Классно, все красиво.
Но ребята захотели сегодня пригласить только избранных, только своих друзей. И поэтому вечером никого уже не пускают, кроме друзей. Видите, закрыто. А все друзья находятся внутри. И сейчас я пойду вовнутрь и буду показывать все, что там происходит. Ну вот я зашел в здание кафе. Видите, здесь у нас на столах лежат пиццы разные. Можно кушать. Знакомые люди. Смотрите, вот, пожалуйста, Сарасота. Узнаете? Сергей Костин. Вот она, Светланка. Наша красавица. Олег. Гарна девчина с Орегона, вот это. С Портланда. Олечка так это кушает. Да, а ну немножко вот так, Олечка, развернись вот так вот красиво. Сейчас у тебя вопросы будут к тебе. Да, не бойся. Так, вот сюда, встань, пожалуйста, сюда. Олечка, вот сюда, пожалуйста. Стоп, встаете. Вот так красиво все. Молодец. Олечка, вот скажите мне, как местному журналисту Дону Павла со штата Вашингтона, что сегодня здесь происходит? У города Инмане и причем у Донтауне. Олечка, давайте рассказывайте. Смотрите, Олечка, смотрите мне в глаза. Слушай, посмотрите, что я кушаю. Подожди, говори правду и ничего, кроме правды. Света, иди, будем говорить правду. Я не могу говорить правду. Давай, Олечка, давай, давай, давай. Паша, нас пригласили сегодня сюда на праздник. Открытие кафе. Upstate Coffee. Хозяева, это Света, Дима, Андрюша и Маша. И вот такие нещедрые люди пригласили людей со всего мира, своих гостей, со всех краев Америки пригласили, да. Ну и вот сегодня мы кушаем пиццу, сэндвичи, кофе пьем, и мы сегодня празднуем. Мы благословляем их кафе и разделяем их радость. И с радостью встречаем наших журналистов, как Дон Павло, наших друзей. Это просто праздник не только Димы, но он праздник подарил всем нам. Достаточно. Мне нравится ваш ответ. Так что пойду я дальше. Слушайте, знакомая шляпа. Где ты ее видел? О, братан мой Серега. Так ты же из Пенсильвании. А вы что здесь делаете? Ну, я хвостом за тобой уже и попал. Вот. Ты тоже приехал на открытие? Ну и как тебе? Подобается? Отлично. Знакомый человек. Повернитесь сюда. Красавец. Это Дон Серио со штата Орегон, город Портленд. Скажите мне, пожалуйста, что вы здесь делаете? Королевский, почему ты так? А, с королевского штата Орегона. Ну, вы тоже на открытии? Конечно, хотел прокатиться на шаре. Ну, не получается, да? Нет. Так. Юрий Васильевич, знакомый человек. Вот. Вы тоже на открытии кафе? И как вам ежа? Ну, это пища на украинском. Подобается? Супер. Отлично. Хабиба, наконец-то я добрался до тебя. Ну, наконец-то. Красавица ты наша ненаглядная. Ну, скажи, тебе нравится, что в городе Инмане, в Донтауне открылось вот это просто супер-кафе? Знаешь, я очень долго ждала, когда они наконец-то откроют это кафе. С самого начала я видела, когда еще здесь такая разруха была. С самого начала. Здесь ужас, что творилось. В какой порядок они все это привели. Я все время Диме говорю: Дима, когда уже будем пить кофе? Это наконец настал этот счастливый момент, когда мы пришли сюда попробовать кофе, отметить открытие этого кафе шикарного, поздравить хозяев с открытием. И мы счастливы встретиться с нашими друзьями, которые приехали с Орегона, с Вашингтона, с
разных штатов, чтобы поздравить своих друзей с открытием. Так мы собрались, как будто ничего никуда не расставались. Спасибо, родная. Так Наташа, а вы уже с Вашингтона будете, так? Да, мы с Вашингтона. И ваш вот это вот это супруг Виктор Васильевич. Да, вот это. Наш. Я его где-то видел, слушайте. Вы, с Ванкувера, по-моему. Живем рядом с тобой. Рядышком. Ну что, я рад за вас. Очень даже рад за вас. Молодцы. Ну вот смотрите. Красавицы просто, а? Где-то я вас всех видел. Ну да. Смотрите, каждая, смотрите, какая красивая по-своему. И вы сейчас вот это в кафе сидите? Хабиба, смотри, я уже говорил, что эти красавицы четыре, и ты пятая из них. В кафе я снова бачу дядю. Так что же это получается, Дон Серио? Кто это с вами стоит? Близкие друзья, самые близкие. Потому что я смотрю, вот это гарная девчина, сидит там, а вы уже с другой гарной девчиной уже. Что это такое вот это? Скажите мне правду, кто это за эта красивая девочка вот эта? Близкие родственники. И мне кажется, что это супруга дяди, да? Да, именно так. Вот. А с дядей мы знакомы. А как вас звать? Татьяна. Вот. Все, мы познакомились. И вы в кафе, так что отлично. Ну вот смотрите, как все здесь хорошо, как все здесь красиво, как все здесь работает. Вот такие всякие разные вкусняшки здесь. Здесь можно заказать кофе вкусное. Вот такой вот скрин, полочки. Вот эти всякие приправки. Смотрите, какие сегодня у нас красивые эти самые сэндвичи Селмана. Вот. Чипсы. Всякое разное вкусное, да? Потом смотрите. А Дмитрий Иванович, смотрите, сбылась ваша мечта. Моя мечта сбылась, что друзья все собрали. Да. Смотри, кафе закончено, кафе заработало. Смотрите, дядя, мы сейчас с вами находимся в кафе, и с нами на связи опять попадает в репортаж сам Шимон Брикса. Именинники, да. Happy birthday to you. Именинники. Ирочка, рад вас видеть, вы в репортаже. Так что, видишь, и мы Бриксу поздравляем. Ну, такая красота здесь. И вот, пожалуйста. А это что за красота? Андрей. Это что за красота? Витаю вас, Витания. Мы очень рад, что все-таки кафе заработало. Я вижу здесь друзей, вижу счастливого тебя, Дмитрия Ивановича, вот это, твоих друзей. Вот это место, где еще можно тоже заказать столик, посидеть, попить кофе. Смотрите, как все смотрится здесь. И с левой стороны. Смотрите, как классно все. Так что вот так вот все смотрится, смотрите. С правой стороны здесь красивый камин. Вот такое вот классное кафе просто. А смотрите, как красиво можно здесь сидеть. Вот так пришел в это кафе. Камин красивый. Да, сиди, пей кофе, заказал чаек, всякие вкусняшки, вау! И это, дорогие мои, Upstate кафе. Тут же рядом с тобой дети играются. Красота, смотрите, какой камин красивый, теплый. Александр, скажите, вам нравится? Бесподобно, да? Смотрите, как красиво. А здесь... Дмитрий Иванович, смотрите, какой хаппи. Это
Дмитрий Иванович сделал вот этот камин. Смотри, Дмитрий Иванович сделал этот камин, и он им нравится, смотри, греется. Дона Пабло с нами, Сергио, то с нами. Смотрите, здесь всякие разные специальные... Значит, кафе-машина вот это называется, которая делает кофе. И вот смотрите, вот эту девочку звать Инесса. Вчера я кушал такой вкусный борщ. Я первый раз в жизни ел такой. Это был борщ от Инессы. Смотрите, как у нее здесь шикарно. Она работает здесь. У нее здесь все есть для того, чтобы вам дать и сделать вкусное кофе, подать всякие разные вкусняшки. Смотрите, все. Тут и холодильники. Дмитрий Иванович, а ну-ка, дай я покажу. Смотрите, здесь ну все как... Ну, по-серьезному все, понимаешь? А ну покажи. А ну-ка, Инесса, покажи. Смотри. Смотри. Здесь делает... Айсмейкер делает лед. И швабра. Да тут все. Смотрите, а ну-ка, я покажу. Инессенька, пожалуйста, дай я вот это. Смотри, как все. Да. Смотрите, подошел, смотришь меню, заказал, и тебе все это сделали. Ну, в общем, вот так вот все смотрится. Вот так вот красиво. И вот как смотрится оно отсюда. Смотрите, здесь фризеры, всякое разное, холодильники. Вот. Ну, все оборудование для того, чтобы сделать вам вкусное и очень вкусное кофе. А камин, конечно, шикарный. Я вижу счастливого Дмитрия Ивановича, мне больше ничего не надо. Я рад, что мои друзья собрались в этот вечер с разных штатов, с разных городов, приехали, чтобы разделить нашу радость и с нами порадоваться. Мы действительно рады за тебя. Смотрите, а вот эта вот красивая девушка у нас с Киева. И хочется сказать ей на родной мове. Ира, витаю вас всеми витаниями нашего королевского штата Вашингтон. Скажите мне, будь ласка, вам подобается это кафе? Тоже подобается. Ну вот, Ирочка, спасибо тебе. Кофе вкусное? Скажите мне правду, Олег, и ничего кроме правды. Скажите, вам сподобалось вот это кафе? Чесно кажучи, да. Тут все так культурно, все гармонійно, дуже сучасне. Так що запрошуємо. Дякуємо вас. Дорогі мої, ну кажіть мені, Оля, кажіть правду сьогодні, кроме правди. Що ви мені зараз розказували? Що кафе заработає і навіть можна заказати через ап на онлайн, да? Їдеш ти утром на роботу. Что ты делаешь? Рассказываешь. Сначала ты себе закачиваешь app на свой телефон. Это такое предложение, ваш телефон, где вы можете себе вечером заказать кофе, чтобы оно утром уже вас ждало. Тепленький и горяченький. Подъезжаете к магазинчику, к ресторанчику сюда, вот кафешки к нашей. Подъезжаете, там curbside pickup такая есть место. Вы там запарковались, вам вынесли и поехали, даже не выходя с машины и даже не рассчитываясь с карточкой. Вау! И вы едете и пьете... Все будет работать через application, через app. И вы пьете свежее кофе, едете на работу и опять же радуетесь. Как классно, что Дмитрий Иванович с Андреем открыл вот это кафе, да? Да, это супер. Это супер. Ну что вы скажете вы, вот, Сергей Иванович? Я аж немножко завистно, вот, ну... Хотелось бы вам, чтобы в вашем городе было такое кафе. Чтобы даже такой Дмитрий Иванович у нас появился. Да. И чтобы, чтобы у вас в Пенсильвании было точно такое же кафе, правильно? Я с вами абсолютно согласен. Это классное кафе. Васильич, тебе нравится кафе? Да. А тебе? Мне тоже. Так, пожалуйста, Серию. Сергей, пожалуйста, обратите внимание, тебе нравится это кафе? Да, я конечно, очень доволен. Да. Очень удачно, правильно. Хотелось бы, Сергей, чтобы у нас тоже в нашем городе, да,
заработало такое кафе, правильно? Это надо Диму вернуть назад, чтобы он это дело закрутил. 20 числа, 20 октября он летит с нами вместе в Портленд. Так что, можно сказать, твои мечты сбываются. Ну, он дал очень много интересных вещей, это хорошо. А вот я показываю вам вечерний Инман. Смотрите, на перекрестке вот этих вот улиц, которые вы сейчас прекрасно видите, и находится это кафе. Вот такой здесь дворик. И вот это обстоит кафе. Уже работает. Смотрите, сидят друзья, получают удовольствие. Играет музыка. Вот так вот все здесь смотрится. Красиво. Подсветки. Смотрите, здесь вот сцена. Здесь может быть когда-то играть живая музыка. Так специально сделана площадка. Так что вот так вот здесь все и происходит. Здесь можно подъехать, запарковаться, как мы вот это вот с Сергеем Ивановичем запарковались. И, пожалуйста, зайти в кафе, заказать себе кофе и получать удовольствие. Ну, дорогие мои, у нас появилась живая музыка. Я забыла пули серые и огромные. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом, старом доме. Из него мы первое дно выходит поле. Поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли. И любовь. Дмитрий Иванович, да. Сбылась твоя мечта, живая музыка в кафе. Да. Мечты сбываются. Ждали Шимана Брикса. Лето выше, зимой цветет земля. Там играют дети. И один из них. Окно второе вышло в лес. Темный лес поднялся до небес. И от солнца лес создался вечер. И жизнь идется большим законом. Я пытаюсь как-то. Знаешь, я в Америке только увидела, как я на живую кругом садилась.
А вы по-прежнему греетесь у камина? Я смотрю, вам очень понравилось. Даже не так. В общем, вот так вот все классно. Дорогие мои, ну смотрите, ваша мечта сбылась. Живая музыка в вашем кафе. Мечты сбываются. Серж, наконец-то мы услышали живую музыку, заиграли гитары. И это вдохновляет. Небо над землей, какое чистое небо над землей. Всегда любую с тобой. Небо над землей. Какое небо. Я живаю, не важно, что тобой. Просто я люблю. Я любуюсь тобой. В общем, вот так вот, кафе уже работает. Серж, я дякую тебе. Дмитрий Иванович, да. Играет музыка вот эта. Чипсы, кофе. Thank you.
землей. Небо над землей. Играй, музыкант, и я буду петь. Тоже лучшие дни впереди. Сейчас я вам прочитаю вершика. Город Инман и Ванкувер – побратимы города. В них живут мои родные, в них живут мои друзья. Город Инман – Саус-Каролина, а Ванкувер – Вашингтон. Приезжайте, прилетайте, ждет вас всех друзья. Димон! Ну что, все когда-то заканчивается. Нам всем-всем очень понравилось. Все было вкусное, все было классное. Еще что нравится, смотрите, как кроме дверей, здесь еще есть вот такие вот типа гаражных дверей, которые открывают, смотрите, полностью дверь, и ты можешь выйти прямо на улицу. Вот этот дворик, здесь Олечку можно увидеть, она сидит за столиком. Вот. Дмитрия Ивановича. Смотрите, как классно. Раз и открылась вот эта дверь. Ну что, дорогие мои, кафе открылось. Я хаппи за друзей. И мы благословляем это кафе и хотим, чтобы оно работало хорошо. И всем было классно, чтобы мы все приходили в это кафе. Дмитрий Иванович, ну что ты скажешь, кафе открылось. Ну да. С помощью моих друзей. Все заработало, смотри, как ты мечтал. Да. Все заработало, живая музыка, гитары. Вот, гитаристы были с нами. Ну, о, красиво, смотри, все. Гитары выходят, смотри. Да, уже. Все. В общем, хочется, чтобы в этом кафе всегда были люди, всегда получали удовольствие, пили вкусные кофе, понимаешь? Что там еще? Чай у тебя, да? Вот. Мороженое. Ну и там еще всякие разные вкусняшки, да. Печенье, мороженое. Для молодежи. Так что, дорогие мои, приезжайте. Прилетайте. Прилетайте. Да. Ждет. Здесь апстейт кафе.